Лизе на самом деле проект нужнее, чем Яну. У Яны за периметром есть все. Деньги, возможности. Она не нуждается ни в чем. Лизе нужна поддержка и помощь наша. У тебя свои губы, да. Из-за кого плакала Захарова? Захарова, ты из-за кого плакала? Когда? Я не знаю, когда. В эфире неделю назад. У тебя новый парень. У меня нет пока парня, я одна. Ты записала песню? Нет, я написала много новых песен в воскресенье на конкурсе «Человек года». Я выступлю со своей мечтой, и я буду петь вживую. Поэтому, кому интересно, ребята, пожалуйста, не пропускайте. Потом скажите мне свое мнение, впечатление. Вообще понравилось, не понравилось, мне очень интересно. Как существовать с бывшим в одном периметре? Ничего, нормально. Как говорится, прошла любовь, завяли помидоры. Как дела у Жени и Насти? Все отлично у них тоже. Африка? Да, Африка ушла. Всем привет! Что за новая симпатия? А вот пока секрет. Веришь в пару Жени и Насти? Да, я верю, у них искреннее чувство. Жени любит Настю. Но скрывает это, боится признаться. Ты, Крис, самая крутая. Спасибо. Любимый напиток. Не знаю. Если из алкогольных, то голубая лагуна. Если из обычных, то чай с мелиссой. Больше не с Давидом, нет, мы расстались. Просто было бы некрасиво ее выгонять, когда ее не было на поляне. Но она могла об этом позаботиться, она ночью уехала в клуб, вместо того, чтобы приехать на голосование, она пропустила мероприятие. Я ее не осуждаю, у нее проблемы были дома, вот. Но можно было хотя бы связаться с ребятами, проагитировать как-то за себя. Да, дружу. Да, я хорошо общаюсь с Крис. Так, песня — это про ее жизнь, про то, что она переживала, вот. Там в песне у Кристины отражены все ее моменты жизненные. Ее боль, ее бывший молодой человек, ее сестра, мама. Я писать пыталась все. Вот. Как правильно подготавливать кожу перед макияжем? Честно, я вот вообще ничего не делаю. Я не подготавливаю, я просто умываюсь и крашусь себе тональником. Нет, я не знала о заговоре, я даже написала на эту тему пост. Когда ты родилась? Я родилась. Я родилась в 2001 году, 2 января. К Бухичу замечательно. Я верю в симпатию Артема, да. Я думаю, что у них влюбленность. Все у них хорошо. Какие пары тебе нравятся на проекте? Мадан Морген, мне нравится. Потом мне нравится очень пара Колхозника и Кати. Мне нравится. Ну, естественно, Артём, Кристина. Блин, я не знаю. Все пары классные, нельзя так говорить, кто больше, кто меньше. После того, как ее хотели выгнать, она поменяла отношение к Бену. Единственный человек, от которого она прям реально не ожидала, это был он. Она ему доверяла. Лиза не в отношениях. Эту песню вы услышите через неделю. Вернее, ну, в воскресенье уже в эфире. Спасибо большое. Я сейчас принимаю ухаживание от нескольких молодых людей. Ресницы у меня эффект Ким с лисим переходом, вот, от 3-шки до 4D. К новым участникам отлично отношусь. Когда запишешь свою песню? Когда будет на это финансы?
Блин, остальных нет, я в женской комнате, как бы. Янка болеет. Янка, тебе говорят, чтобы ты поправлялась. Вы можете послушать мою песню уже в воскресенье в это на конкурсе «Человек года». Почему Ромаш боится признаться? Потому что не хочет обжечься. Я думаю, так. Приветик с Молдовы. Как поддерживаешь фигуру? Никак, я все ем. Просто активно себя веду. Где покупала дубленку? Страдивариус. Зачитай стих, пожалуйста. Давайте четверостишье. Нет, ладно. Дай на миг забыться, окунуться в сказку. Дай на миг влюбиться. Это и есть счастье. Хочешь? Я согрею. Теплотой и лаской. Я в тебя поверю. Это и есть счастье. Будешь моим морем, океаном, если лишь на миг укроюсь, только сам отсмелься, дай мне прикоснуться. Быть с тобой, с собой. Я весь мир открою. Лишь за миг. С тобой. Так, Раянашвили, когда уже забудут Глеба? У нее все хорошо, у нее есть новый поклонник. А где Давид? Давид на проекте. К Бену придет девушка, с которой он был на выходном? Я не знаю. Я тоже считаю, я тоже в шоке от Бена, фу. Нет, с Габозовым я бы не стала общаться, я к нему поменяла свои отношения. Спасибо большое. Самое интересное на практике. Тут такого нет, здесь неинтересных выгоняем. Все интересные. Я без помады сейчас. Спасибо большое. У вас прям тишина, да, уже поздно. Кто твой любимый ведущий? Блин, я уважаю и обожаю всех ведущих. Я написала песню, скоро вы, я надеюсь, ее услышите. Про Дом 2, про ведущих, про атмосферу, про мои эмоции. Вот. Давид? Нет, больше нет смысла меня возвращать и делать какие-либо попытки, потому что я его разлюбила. Спасибо. Мариэл, привет. Я отвечаю часто в директ, вот, пытаюсь отвечать всем на ваши запросы. Нет, я с Давидом не помирилась, у меня нет нового парня, я все свободна, но принимаю ухаживание от нескольких человек. Яна Африкантова, к сожалению, у нас покинула в эту пятницу. Такой фильтр, ну, потому что мне так нравится. Мне нравится стиль. Ну, блин, да все, по-моему, тут девчонки стильные, не знаю. Я же тебе говорила, что передозировка — это рвота. И чё? Значит, тебе много. А мне, типа, сказано,
Ну, значит, надо созвониться с врачом и сказать, что у тебя рвота. А при первых, типа, про побочные действия, типа, тошнота, во-первых. Начни пить сначала по таблетке хотя бы в день, они и так сильные. Тебя, конечно, уносит с двух. Агрессия, да. Ну, они же типа успокаивать должны. Захарова пишет, что ты в стрипухе работала. Да, каждый день танцует. Каждый день танцует. Что, тебе принести чего-нибудь? Да. Будет фигово, говори. Нет, Янку я показывать не буду. Чтобы я научила танцевать. Янка говорит, задать вам вопрос. Вы хотите, чтобы она научила вас танцевать? Просто мне пишут, главное, что я корявая. Танцы — это не мое. Просто вы говорите о том, что Янка корявая, танцы — это не ее. Я не делала никакую пластику. Тебя по НТВ показывали, Ян. Конечно, каждый день. Каждый день. Тебя любят. Спасибо. Who is my sexy friend? Who is? Who is? По НТВ каждый день показывали ее, она говорит. Нет у меня татуажа. Янка, не болей, тебя любят все. Нас снимают всегда. Hello, Полинчик с Италии. Угу. Без Африки не будет скучно. Я тоже еще тот куролес. Сибаю. Привет, Сибай. Крис ушла? Нет. Спасибо. Какое окрашивание? У меня шатуш, наверное. Такой типа переход от темного к светлому. Почти к пепельному. Женечка, привет. Кто все? Я не отношусь к этому числу людей. Когда в отпуск? Когда отпустят? Я очень позитивная, когда выпью. Очень. В лучшую сторону. Да блин, ребят, это я написала песню. Это моя песня. В данный момент у меня песни с Ромашовым не будет. Потом напишем, наверное, совместную. Текстами занимаюсь я. Музыкой Женя. Да, какие? Ой, да. Ну и что у него? Скинь. А что, там жесткое что-то? Там нормальные фотки или типа прям жесть? Я в прямом эфире. Капец. Он мне пишет. Чё пишет? Я рад, что я ушел. Ура, я покинул его. У меня все хорошо, все отлично, настроение отличное. Привет, Таджикистан. Да, свадьба будет только у колхозника. Скиба, привет. Спасибо большое.
Ладно, ребятки, подготовьте свои вопросики для меня. Я зайду в прямой эфир завтра. И я отвечаю на все вопросы про Кристину. У Кристины все хорошо в отношениях с Артемом. С Кристиной я отлично общаюсь. Кристина наладила отношения в коллективе. У нее все замечательно. Кристина изменилась в лучшую сторону после того, как начала отношения с Артемом. За мной ухаживает несколько молодых людей. Привет, Ташкент. Я выхожу. Всем покулечки. Украина, привет.